Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сериале Один Тролли Плей, первый сервер. Это чуваки, меня разбанили, Мони Кирилл Путбулови, мой 21 уровень, мой домик, в принципе. Но деньги еще не вернули, я написал на форум. Раздел, техраздел я смотрел, мне админы писали, типа, зайти в техраздел. Но там что-то закрыты эти темы. Да, чуваки, меня разбанили. Не пришлось лизать яйца, как Бабаев лизал Шарапи, чтобы он его активировал, в принципе. Да. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. А всего лишь я написал жалобу на Шарапу, и руководитель, один из руководителей Амазинга проверил ее, и все-таки все разрешилось, как вы знаете. Я не смягчил наказание, 15 дней бана, и 15 дней уже эти прошли, в принципе. Сегодня ночью уже разбанили аккаунт, я в 12 часов ночи зашел, короче, и мой аккаунт уже был разбанен. Было радости, конечно, полное труханы. Ну ничего страшного, это нормально. Деньги мне вернули, мне подписчик подогнал 500 тысяч, за это ему большое спасибо, прям от души просто. Я твой ник не помню, но тебе, чувак, большое спасибо, если ты это смотришь. Как видите, в банке у меня просто косарь лежит и больше ничего нету. Но подписчик не подогнал денег, я платил дом на 30 дней, машины все на месте, вот BMW, вот Yamaha, вот Mercedes. В принципе, все в сборе. Все в сборе. 6 звезд у меня, ну, все нормально. В первую очередь хочу сказать вам большое спасибо, что вы меня поддерживали, в принципе, ставили лайки, писали комментарии, поддерживали жалобы. В принципе, мы... Справедливость, короче, случилась справедливость, меня разбанили. Ну, как разбанили, смягчили наказание. Конечно, 15 дней это лучше, чем бан навсегда, поэтому... Как-то так. Ждите новых видосов, пацаны, там, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.